дня, шановні рибалки Криворіжжя. Зараз у нас 9 година ранку. Більшість містян поспішає на роботу. А в нас наразі вихідний день. І ми вирішили проїхати декілька зупинок на місцевому транспорті і трохи порибалити. Сьогодні ми знаходимося на усім відомому другому ставі у Металогрійному районі міста, який розположений близ місцевого авторинку «Термінал» та нашого металургійного комбінату. Отже, наша ціль сьогодні – спробувати спіймати якусь рибину на спінінг. Експертом сьогоднішнього нашого випуску буде Євген. Євген, доброго дня. Доброго дня. Як часто вдається тут рибалити? Яка риба в тебе була в уловах? Як тобі взагалі ця водойма? Водойм дуже класний, спортивний, как бы окунь присутствує такий спортивного розміру від 15 до 30 грам, що, в принципі, відповідає как бы нормам спорту, на якому можна зробити результат. Здесь буваю, ну, когда и появляется возможность перед работой, иногда после работы, пару часов поймать там пару десятков окуней, довольно-таки приятно. Удобно, что водоем находится практически в 10 минутах от моего дома. Майже на местном транспорте можно добраться? Да, выхожу на остановочку, 10 минут, и я уже здесь. Тобто це дуже зручно? Да, конечно, водоем очень классный, то есть удобно, быстро. Еще одно питание. Мені відомо, що тут проходять змагання по ловлі риби на спінінг. Як взагалі ця водойма в плані спортивної рибалки? Які риби бувають в уловах? Які були найбільші риби? Водойм класний тим, що тут дамба, ровний берег, тобто пліти, дно практично чисте. Опять-таки, дуже класний окунь в розмірі від 15 до 30 грам, тобто на якому робиться результат. Да, проходят здесь соревнования, были, вот флагман недавно проводил, приезжали даже люди из других городов, всем понравилось. Mm. Чи достатньо бути звичайною рибалкою, щоб піймати тут рибу? В водойме очень много окуня, и он, как правило, практически всегда активный. То есть любой человек, который обладает ультралайтовым комплектом, может прийти и поймать здесь рыбу. Дякую за відповідь. Починаємо. Споживчі властивості тутошньої риби підпадають під великий сумнів, так як став є пилевлавлювачем місцевого комбінату, розположеного зовсім неподалік. Когда рыба активна, достаточно подобрать одну приманочку на правильной огрузочке, и результат не заставит себя долго ждать. Сегодня такой является флагман Magic Stick в размере 1,6 дюйма в цвете болота. Окунь такая рыба иногда может стоять в самых ногах. Далекий заброс не требуется. Сейчас мы находимся в таком месте, где под ногами свал. Далекий заброс опять-таки не нужен. Рыбалка происходит на коротке. Заброс, делаем проводочку. Вот здесь у нас в уголочке тенек. Сейчас мы попробуем его достать оттуда. Поправим приманочку.
после досадного среза решил перевязать флюорокарбоновый поводочек. Ух ты! Ребят, не знаю, камера засняла или нет, но похоже была поклевка щучки. Обкусила флюрик вместе с приманочкой нашей. Я привязываю его вот таким образом. Слаживаем флюорокарбон пополам и шнур пополам. Шнур проводим в ушко, образовавшееся на флюорокарбоне. И обматываем раз 7. После этого перехватываем и еще пару раз в обратном направлении. После чего обратно заводим край шнура, обратно заводим в ушко, образовавшееся из флюорокарбона. Смачиваем и затягиваем. Получается вот такой вот узелок. После чего обкусываем свободные ненужные кусочки шнура. Удобно делать это вот такими вот кусачками. Отрезаем необходимое количество флюорокарбонового поводка. Обычно это около метра. Привяжем монтажик. У нас работал 1 грамм и все тот же Magic Stick от флагмана. Саму оснастку привязываем узлом клинч. Проводим в ушко на чебурашке пару оборотов и в образовавшееся ушко. И затягиваем. Наша оснастка готова. Осталось только повесить приманочку. Итак, ребят, после перевязки попробуем ту же самую точку с той же самой приманочкой. Вдруг она там еще осталась. К сожалению, это только окушок. Щучка куда-то ушла. Ну ничего, все равно приятно. Такой... Таких половить в черте города одно удовольствие. Зачастую при ловле окуня в черте города попадается вот такой вот бычок. Еще один. Вот такой вот окушок грамм на 15. И опять бросаем в ту же самую точку. К сожалению, на рыбалке такое бывает. Случился зацеп, и мы потеряли нашу уловистую приманочку.
Сегодня мы ловили вот таким вот комплектом. Катушечка тысячного размера, палочка желательно там грамм до 4 до 5, у меня в частности сейчас до 4, от 0,4 до 4 грамм. Желательно среднебыстрого строя по типу арийных. Сегодня работали приманочки в основном черви и веса до 1 грамма. Диаметр шнура при такой ловле мы используем по японской классификации 0,2. И флюрик 0,12-0,14. Ну що ж, шановні криворіжці, наш сьогоднішній сюжет підійшов до кінця. Ми половили рибку і все це показали вам. На жаль, споживчі властивості цієї риби підпадають під великий сумнів. Але ж на риболовлю ми їздимо не за рибою, а за задоволенням. Ми дякуємо сьогоднішньому нашому експерту Євгенію за цей чудовий сьогоднішній мастер-клас. Тому до нових зустрічей і пока-пока.